Всем привет, дорогие друзья! И сейчас мы будем играть в игру «Игру престолов». Welcome to Games of Thrones, ребят. Так что все отлично, давайте начнем новую игру, играть. Играть я нажал. Начать эпизод 1. Да. Я тут даже не начинал играть. Посмотрим, что будет. Ну, пока что идет загрузка. Игра адаптируется под ваши действия. История будет развиваться так, как решите вы. Ну, это понятно, это же от этих разработчиков-то. На протяжении тысячелетий Форестеры были верными знаменосцами Старков. А ныне на севере разразилась война, и вражеские дома хотят присвоить рощу железностволов, которой владеют Форестеры себе. Железностволы – редкие деревья, которые произрастают в самых темных уголках волчьего леса. И эти смутные времена судьба дома Форестеров висит на волоске. Все понятно. Сохранение произошло. Ну вот и начало игры. Движухи какие-то. Ну да. Что ж, посмотрим. Песни поют. Гаррет Таттл, оруженец лорда Форестера. Понятно. Не очистит себя сам? Ну это понятно, что он себя не очистит. Так, взять. Ну видите, курсоры нажмите А, чтобы поднять меч. Окей, я поднял. А вверх? О, все. Ништяк. Меч белый, теперь меч в подобающем состоянии. Когда-нибудь у меня такой будет. Это почему? Так, ну-ка на. Не будь засранцем. В натуре. У меня такой будет. Инфосотка. Вы всегда можете промолчать. Думаешь, он лжет? Царя-убийцу? And round his ankle as 10 others took him down. See, what did I tell you? I brought him to his knees. Lord Forrester. Lord Forrester. Dragged you halfway across the battlefield on your face. Главный герой вооружен. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story. Which grows more far-fetched every time he tells it. Где-то там вообще чашку поднял, там в очке. Налей вина своему лорду. Ну, налью, а чё? You're welcome. Thank you, Garrett. I'll do it. Norrin's family has faithfully served House Forrester for centuries. His honor is beyond reproach. House Tully is forever in his debt. You've never seen a field plowed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Выпей с нами, сегодня мы празднуем. Ну а чё, он, видимо, не против сейчас, чё. Оп, нормально. За Роба Старка, за Короля Севера, за Короля Севера. Молодой волк удостоил дом Форестеров великой чести. Завтра мы возглавим авангард и поведем его войска на утес Кастерли. Или Кастерли. Я не услышал. Железный за льда. Гаррет. Камон. Yes, my lord. I need you to keep an eye out for Родрик. As his father, I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question of what's to be done with you. It's been on my mind for a while now. Something. В каком смысле? What do you mean? You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever.
How shall I reward your loyalty? What can I offer you? Ну давайте, я хочу сражаться. Let me fight for you, my lord. You've more than proven your ability on the battlefield. No man would question that. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a... Ребят, сори, трабл, блин, напрягло. В общем, ладно, если что, он ему только что... Там просто 5 сек пропустилось. Он ему сказал то, что он завтра хотел бы увидеть не как оруженейца, а как вот кто будет сражаться. И никому об этом не говорить. Ну, никому, чтобы он не говорил, что он уже не оруженосец. А он уже как боец, типа. Fetch more wine, scrub my armor, clean my boots. Just my luck to end up with Norrin while you serve the Lord. Let him fetch his own wine for once. He's a drunk, a liar, and an arrogant prick. You'd better watch your tongue, Bowen. It could be much worse. What the fuck do you know about it? Nothing is worse than Norrin. See, that's where you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. Закрой свой рот, натуре, достал гнать уже. It's the truth. It's not like I'm making it up. All I'm saying is, at this rate we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. Хватит ныть. I'm sick of listening to your whine. With that attitude, you'll never be more than this. Easy for you to say. Maybe if my uncle were Castellan, I'd feel different. Who my uncle is has nothing to do with it. How much further? It's right over there. Близнецы, крепость дома Фреев, красная свадьба. Понятно все. Принесли они, а ты не торопишься. В натуре, давай наливай. Вы слишком много пьете. Ой, еще выпендриваются, что-то наливал бы уж. What the fuck? Он что-то там спалил. Тут что, сейчас типа будет мохать, что ли? Не думаю, что я понесу этот кувшин за тебя. Так, в натуре что-то не то, ребят. Какая-то засада. Now. They're fine, they can wait. No, you don't understand. We need to go. And take the fucking flagon already. What's wrong with him? Something the matter? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush. Спасти. We have to warn the others. О! Good luck. Я что-то думал, это его спасти. Блин, вы решили оставить Бэйна. What the fuck? Вот это засада, ребят. Ну, вы, может, все равно бы убили. Потому что здесь и так жесть какая-то. Подарок от короля он мне тут решил устроить. What the fuck? Что надо делать? А, что? А, задержать? Все, давай. О, отлично. Бородача завалили. Блин, жесть. Ну, куда он там так идет? Вот, его типа не спалит? Стреляйте в него, логично. Ну-ка. О. Давай. Да ё-моё, да...
What the fuck? Что за фейл? Блин, на джойстике вот тут, конечно, сложно. Реально. Ну ладно. Сейчас еще раз пробежимся. Блин, что-то как я так не прицелился-то? Сори, ребят. Ready, boys! Мышкой бы конечно прицелился. Ну ладно. Shoot that one! О, получил бородатый. Оп. Спасибо, братка. Все, разрулили движуху. Давай быстрее, беги, предупреждай там. И что? А, это он под нее. Так. Ползите. Крыть. Ну я ползу. О май гад. Я жму. Держи. Б. О, все нормально, так. За... Ой, сохранение. Влево. Вниз. О, у меня сейчас задушит. Я же жму. Что за фигня? Еще лошади едут. А, все, уже жать не надо. Чувак, уйди на. Не круто ему. Родрик. Волоху. Вот чё он его крикнул? Вася. Родрик же на него орял, отвлекся. Ой. Молодой. Через рот. Гаррет, ты нашел Родрика? Угу. Я пытался спасти его. Я ничего не мог сделать. Мог бы не кричать, и все норм было. А, жизнь боль. Где мужносец? Ты видел его? Я не бросил его, не пришлось его бросить. Вообще-то я перепутал, но тут нет такого. Меч? Ну-ка. Ах ты! Козлина, возьми. Правильно, на. В него попали. Тут сейчас всех, что ли, убьют? А, вы ранены. Бывало и хуже. Нифига у него там хлещет. Вернуть его в железный холм. Чем мне свой меч отдает. Я исполню ваш приказ. Он это запомнит. Клянусь. Вы дали ему слово. Да, так оно и есть. Убейте этих fucking Форестеров. Ну-ка, о, не смог он их размотать. Ой, да, ребят, не повезло. Ну чё ты стоишь-то, давай беги уже, дурачок. Стоит он, разглядывает. Блин, он так бегает.
вот это уже заставка, да? Как, типа как из сериала, только вот нарисованная получается. Так, что, ее пропустить нельзя? Не, ребят, здесь ее нельзя пропустить. Так что посмотрим заставку. Железное изо льда. Эпизод первый. Понятно все. Земли Форестеров. Королевский тракт. Окей. Ай, вот и идет наш герой. О, свинюшка тут гуляет. Все, теперь я могу ходить. Найс. Норм, походим. Таран-тан-та-тан. Что это за кровь? It's blood, ну-ка. Blood. Да ты чё? Fresh. Свежее? Умеют они постоянно так определять. Красавцы. Так, давай быстрее иди, чё. Там что-то горит. Костер подожгли. Или там опять кого-то убили. Так, это вот так он идет, а на эту быстрее. Да, он может быстрее ходить. Не совсем быстрее, но может. Так, тележка. Это телега отца. О, кажется, сейчас еще что-то будет. Потери. Ой, ребят, давайте осторожно. Очень уж надеюсь, что лорд Болтон... Что? Зима близко. Что вы все про зиму? Убили. А он-то и вообще пофиг, идет на расслабоне. Нормально. Ну и что, мне к ним подойти, что или что? А, меня сами не увидели. Брысь отсюда, пацан. Это у бати, походу. Давайте достанем меч, размотаем этих. Я убью тебя, motherfucker. Ну-ка давай, размотаем. Да я тебе сейчас тебе капец. Давай попробуем. Вот, а ты что, не умеешь меч, что ли, держать? Я не понял. I'll have that sword, boy. Слышь, ты не должен меч просрать, ты дурак, что ли? Пошел нахер. Fuck you. Ты понял? Чувак, ты вообще что исполняешь такое? Настоящий боец, красава. Прикончите этого свинопаса. Он жалок. Чего? Ну-ка, тихо. Вилы? Ой, я сейчас вилы возьму. Топор? А, давайте я вилы возьму. Вилами зарежу, на. Опа. Это что? Я же нажал. What the fuck? Значит, надо было топор брать. Ребят, не берите вилы, ну нафиг. Надо же все попробовать в игре, чтобы было интересно. Как он вилы возьмет? Ну ладно, теперь это топор возьмем. Ну-ка давай с топором-то, я сейчас его ушатаю. Опа! Опа! Че, не ожидал, да? Вот это поворот, нормас. -1, ребят, изи фраг.
Что такое? Оп! Потанцуем, опа, этот идет. Давай сюда меч, пацан. Вот как она сейчас всех размотала, тогда вообще не мог. Для него слишком тяжелый меч, что ли, реал? О май гад! Мне проткнули ногу. Я жму. Отдыхай. Ну, давай. Все, ребят, расслабьтесь. Пощади, пожалуйста. Умоляю тебя, у меня семья. Они не выживут без меня. Ну, я пощажу. Милосердие, ребят, добрый. Вы выбрали милосердие, ну, как я и говорил. Да не за что, все, беги отсюда нахер. Вздернет. Это он тебя вздернет. Сыканул. Давай иди к своему бате, что ты думаешь? Father? Garrett, you survived. Your sister. She hid. О, у него еще и сестру завалили, да. Жестко. I tried to stop them. Я убью тех, кто это сделал. Конечно, да, надо бы. То есть у нас вот начинается как бы с мести, что ли. То есть он такой уже повидавший, потерявший. Железный холм, крепость дома Форестеров. Ой, до него добрался, красавец. It's Garrett! Get the Castellan! Tell him his nephew survived! Carrot! Yeah. У него же там нога еще, да? Проткнули. They were already dead. Bring the maester! Meet us in the Great Hall! Quickly! Оп, картина. А вот им там весело, походу. Two White Hill soldiers and a Bolton. They killed my family. And for what? My sister, she was only 8 years old. This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable, unacceptable. You have my condolences. Thank you, Maester. Blade cut deep, but I should be able to save your leg. О, он ему там режет по жести. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. I'd do it again if I had the chance. If we don't respond with strength, they won't stop until they have everything. These maggots ought to help prevent infection. Кто? Личинки? О май гад. Мне надо что-то делать еще? О, ребят, это что-то жестко как-то. Фу, еще этих личинок. Прикиньте бы сейчас так лечили. Вот это было бы вообще жестко. Для нас настало смутное время. Да вообще какое-то смутное, нереально. Блин, как вообще ходить с этими личинками внутри? Что за жесть? The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. A serious man, but he would have made a good lord. What do we do now? The future of this house is in Lord Ethan's hands now. Although he is young and altogether unprepared to lead. Right. Да, потерпи, сейчас немного пощипит. По-моему, до этого тоже особо приятно не было. Hold this for me, will you? I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Это так. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son, Roderick.
Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man. Ну, вообще-то, все было не так. That's not how it happened. Roderick had already fallen. Well, I'd imagine Lord Forrester would sacrifice himself to save anyone from his house, high or low. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Ну, давайте походим, чё. Оп, уже как новый. Бодрячком, смотрю. Ну, нужно, чтобы кровь циркулировала. Окей. Ну все, ребят, чё. Не, ну подхрамывает, конечно. Но ходит нормально, так что все отлично. Ну что, друзья, давайте тогда на этом остановимся. Конец первой части тогда. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем пока.